Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Видном состоялось Московское областное родительское собрание на тему детской безопасности. Они точно залезут, откроют и сделают то, что вы даже себе представить не можете. Места для творчества в современных школьных библиотеках. Приходят дети, они делают здесь домашние задания, здесь проводят квесты, интеллектуальные игры. Девятый этап чемпионата Ленинского округа по гонкам на выживание прошел в деревне Горки. Поменяли трассу впервые за несколько лет. Мы добавили на трассе элементов для шоу. В Видном состоялось Московское областное родительское собрание на тему детской безопасности. Главный спикер, уполномоченный в регионе по правам ребенка Ксения Мишонова, рассказала, как уберечь детей от несчастных случаев. Подробнее в сюжете Юлии Погосян. За год население Ленинского городского округа увеличилось почти на 30 тысяч детей. Комфорт и безопасность маленьких жителей – приоритетная задача для администрации муниципалитета. Но, к сожалению, статистика неутешительная. Несмотря на регулярные профилактические мероприятия, травматизм и смертность на железной и автодорогах, при пожарах и на воде увеличивается. Как с этим бороться, попытались понять участники тематической встречи, которая прошла в ДШИ города Видное. Я хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня собрался в этом зале. Здесь у нас и представители педагогического сообщества, здесь родители, все неравнодушные люди, люди, от которых зависит вот то, чтобы подобных поводов, подобных событий в нашей жизни, в жизни округа случалось как можно меньше. Ну и хочу поблагодарить наших сегодняшних гостей, Ксению Владимировну и всех присутствующих, которые будут сегодня выступать. Главный спикер и модератор родительского собрания, темой которого стала культура безопасного поведения и профилактика детского травматизма, Ксения Мишонова, детально разобрала причины печальной статистики. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области привела несколько примеров, когда именно родители были виноваты в несчастных случаях. Мы недооцениваем все время наших детей. Значит, нам кажется, что они не долезут, не залезут, не откроют, не придумают это. Так вот, выясняется, что они точно залезут, откроют и сделают то, что вы даже себе представить не можете. Жизнь была другой. Окна были безопасны, потому что были форточки, они открывались на полные, не было москитных сеток. Не было такого количества бытовой химии, которой дети сегодня травятся. Не было такого количества машин и такой скорости. Кстати, именно на выпадении детей из окон Ксения Мишонова больше всего акцентировала внимание аудитории. Говорит, это бич нашего времени. Родители ошибочно полагают, что сетка может предотвратить трагедию в то время, когда она способна выдержать всего 400 граммов. У нас стоят решетки на окнах, поэтому, в принципе, в этой ситуации особо не заостряю внимание. Общаемся с ребенком, объясняем ему все, как бы ребенок довольно-таки взрослый, должен понимать, что я еще делаю. Если ребенок остается дома, газ всегда перекрываю, то есть ну, вот такие маленькие моменты, но всегда стараюсь, чтобы ребенок в безопасности был. Уже не о статистике, а о мерах профилактики рассказали приглашенные представители госавтоинспекции, Министерства внутренних дел и пожарной безопасности. Очень продуктивно, особенно когда слышишь такие огромные цифры гибели детей и пострадавших. Вообще очень стоит задуматься. Я ухожу под впечатлением. Для меня это было очень важно. Подобные родительские собрания не проводились с допандемийных времен. Организаторы намерены продолжить полезную инициативу в надежде, что такая профилактика спасет жизни и здоровье подрастающего поколения. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова. Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжается сбор гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и жителям присоединенных территорий. Наша съемочная группа побывала в пункте приема, который в начале сентября заработал на базе местного отделения партии «Единая Россия». О том, как проходит благотворительная акция, расскажем в нашем сюжете. В муниципалитете продолжается сбор и формирование гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и жителям освобожденных территорий. Пункт приема в местном отделении партии «Единая Россия» заработал в начале сентября.
Одну партию мы уже отправили. Сейчас мы готовимся к отправке второй партии. За этот месяц было собрано более 5 тонн гуманитарного груза. Мы собираем спальные мешки, обмундирование для военнослужащих, берцы, обувь. Все согласно погодным условиям. Впереди зима, очень холодно. Неравнодушные жители, сотрудники предприятий, организации округа, бывшие участники боевых действий активно участвуют в сборе необходимых вещей. Председатель Совета сторонников «Единой России» и директор центра «Дельфин» Гульнара Романадзе привезла около 100 наборов индивидуального рациона питания, спальные мешки и туристические коврики. В сборе гуманитарной помощи участвовал весь коллектив центра «Дельфин» и «Видной разведки». И дети, это наши спортсмены, маленькие уже ребята, там 3, 4, 5, 7 класс, которые писали письма в поддержку наших ребят, наших воинов. Сторонники «Единой России», активисты «Молодой гвардии» формируют коробки с товарами по разным позициям, упаковывают их и подписывают каждую. Одно из важных наименований формирования гуманитарного груза являются медикаменты. Жители формируют вот такие аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи. В каждой аптечке есть опись для удобства пользования. Учащиеся школ Ленинского городского округа также активно принимают участие в благотворительном мероприятии. Ребята пишут письма со словами поддержки защитникам Родины. И в каждую коробку товаров и продуктов гуманитарной помощи мы складываем эти письма, чтобы они могли прочитать и чтобы они понимали, что их тут ждут и верят в самое лучшее. Весь собранный груз представители организации ветеранов «Боевое братство» доставляют 42-й мотострелковой дивизии, над которой взял шефство муниципалитет. Дивизия насчитывает в своем составе около 12 тысяч ребят. Первый груз весом 15 тонн был отправлен на прошлой неделе. Сейчас формируется уже вторая партия. Присоединиться к акции может любой желающий. Пункт приема в отделении «Единой России» работает с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Современные библиотеки и школьные в том числе сегодня это не только хранилище книг, но и прежде всего прогрессивное медиапространство, места творчества, как их называют многие. Чтобы в этом убедиться, наша съемочная группа отправилась в библиотеку Видновской гимназии. В библиотеке Видновской гимназии Светлана Цуканова трудится уже 31 год, практически с самого открытия. Именно благодаря ее стараниям за это время из двух стеллажей с учебниками удалось создать разнообразный библиотечный фонд в 7 тысяч экземпляров. В 90-е годы было очень тяжело, но мы покупали книги на развалах у пенсионеров, нам приносили в дар. Вот, и вот так вот потихоньку эта библиотека сложилась. А два года назад из основного здания гимназии библиотека переехала в новый корпус, где получила светлое просторное помещение. С этого момента и началось ее превращение в современное культурное медиапространство. Приходят дети, они делают здесь домашние задания, здесь проводят квесты, интеллектуальные игры, библиотечные уроки, викторины. Детям здесь очень нравится, здесь комфортно. Здесь уютно и здесь свободно. Также здесь проводятся различные выставки и развивающие занятия. Ребята из 3-го А, к примеру, частые гости библиотеки. Мы приходим раскладывать книги, приходим интересоваться новинками, которые существуют. В библиотеке в нашей проходит много интересных конкурсов. Библиотека для нас – это место творчества, где возможно осуществление каких-то идей за рамками школьной программы. Но библиотека – это, конечно, прежде всего книжная сокровищница. Светлана Цуканова рассказала, что чаще здесь бывают старшеклассники и ученики младшей школы. Ребята предпочитают фантастику, школьную прозу и детские научно-популярные журналы. Заходила за домовенком Кузей и тоже за Винни-Пухом. Фантастика. Почему? Ну, потому что это интересно. Потому что обычно такого не существует, и в реальном мире ты его не увидишь. Сама же наша героиня обожает классику Пушкина, Чехова, Джека Лондона и старается прививать любовь к чтению и детям. Когда с детьми работаешь и не стареешь. Потому что постоянно с молодежью, постоянно с детьми. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.
Девятый этап чемпионата Ленинского округа по гонкам на выживание прошел в деревне Горки. В числе участников соревнований 8 пилотов. Наша съемочная группа зарядилась на автошоу адреналином. Ревели моторы и бушевал огонь. В Горках открылся девятый, заключительный в этом году этап чемпионата Ленинского округа по гонкам на выживание. За адреналином приехали спортсмены из разных уголков Подмосковья, а также столицы и других городов. В этот раз участников ждала дорога, полная сюрпризов. Поменяли трассу впервые за несколько лет. Мы добавили на трассе элементов для шоу. Это ретардеры специальные, в которых придется оттормаживаться. Вот посмотрим, как это повлияет на пилотирование. Несмотря на то, что на трассу выехали всего 8 пилотов, борьба ожидалась жесткая и упорная. За рулем болида номер 88 многократный победитель предыдущих гонок Антон Рыжиков из Домодедова. Своего девиза «спешить, но медленно» спортсмен придерживается и сейчас. Хотя это и не просто. На сегодняшней трассе, которую, кстати, до заездов специально дополнительно поливали. Тяжело. На руль налипает, на визор налипает, не видно, кушаешь грязь. Я сегодня с утра поел, как-то не хочется уже больше. Ну, придется. Также в группе лидеров гонщик из Москвы, каскадер Андрей Березкин, который не пропускает ни одного заезда в Горках. Этот год, по признанию спортсмена, выдался для него очень удачным. Сезон был очень интересный, потому что я выезжал сначала на старой машине Двенашкина, Феди Войтова немножко. Ну, правда, ездил тоже в четверке, там в тройке, но вот в итоге собрали хорошую машину, стал стабильно ехать в тройке. Поэтому сезон интересный. И сейчас у нас идет борьба между Рыжиком и мной, кто будет чемпионом 2022 года. Поэтому сейчас ключевой такой заезд. Интрига, кто же станет первым, держалась на протяжении всех заездов. За это и любят гонки на выживание. За секунду все может измениться и кардинально. Кстати, наблюдать за этим автошоу почти так же азартно, как и сидеть за рулем. И с каждым сезоном, даже с каждой гонкой, зрителей становится все больше. Люди специально приезжают за яркими эмоциями. Очень яркий, динамичный вид спорта. Находимся рядом с домом, поэтому всегда стараемся приезжать, смотреть, болеть за наших ребят. Это самое бюджетное. Ну, если так можно говорить об автоспорте, дисциплина. При этом технические решения, которые ребята здесь применяют, ну, оно ближе всего к тому гаражному ремонту, которого, собственно... Стартовать приходится, даже если у тебя сцепления уже нет. Короче, парни молодцы, на самом деле. Обладателем золота стал москвич Андрей Березкин. Призы за второе и третье места достались спортсменам из Домодедова Сергею и Юлии Соколовым соответственно. Первые гонки сезона 2023 пройдут уже через несколько месяцев, в январе. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.